магазин, в общем, радио хобби. Ага. Здесь? Или на Икагаме? Нет, здесь. Радио про Икагаму. А, про Икагаму. Икагама, я тигрил лифт там скоростной, да. Самый, типа. О! Вот это мне надо посмотреть. У меня вот, короче, какая? Так, а это здесь? Ну и 8000, что ли? Вот моя. 8, да, кстати, недорого за форму. У меня вот, М16. Ну, Токио Маруй, да, М16, это вот самое. СПР, которая. Ну, она здесь стоит, смотри, 60 тысяч, 70 тысяч. Здесь вот дорого, конечно, в том магазине был подешевле. Вот калаши. Во, СВД. Вот эта тема, у нас таких даже не продается. Такую вот точно с руками оторвут, она стоит 48 тысяч йен, это на наши деньги что-то районе 15 тысяч. Угу, так ты ее проведи сначала и докажи, что он там работает. Как игрушку можно пострелять. Вон Томпсоны всякие тут за 38 тысяч там, 47 тысяч там. Дробовики, вот снайперские винтовки. Полная копия, она и по весу даже такая же. Есть пластиковые, есть металлические. Вот тот Токио Маруй, они металлические все идут. Они весят также 3 кг, то есть они также заряжаются, все перезаряжаются, но, короче... Как он стреляет? Стреляет шариками, короче. Шариками там на скорости 120 там, метров в секунду минимально. Бьет больно, я тебе сразу скажу. Я уже испытывал на себе. Я играл в это же. Револьвер, вот, кстати, 27 тысяч. Вот шары как раз. 1600, это сколько рублей? За 500 рублей, вот, кстати, тоже набор шаров, 3000 шаров, 4000 шаров. Че, пойдем дальше? Вот на радиоуправлении. Это, тачки. Наверное, фанатеи, блядь, уже. А че, радиоуправление? Нет. Ну, это тачки. Покупать эти автоматы. А, ну, это да. Вот, тачки. Радиоуправление. Вот вертолетики маленькие. Не, нам, наверное, выше, нам на следующий этаж, скорее всего. Здесь маленькие модели. А, там большие? Да, нам большие надо. ЖД. А зачем тебе хеликоптеры-то? Мне нравятся радиоуправляемые хеликоптеры. Вот, кстати, поезда, смотри, сколько. Ради, тоже модельки поездов. Для тех, кто любит играться. Они на этих, да, они на радиоуправлении есть, вот такие вот модельки. 17 тысяч это полностью не все, что это? 17 тысяч это, наверное, вот один такой. Вот такие вот миниатюрные тут города есть. Прикольно, вот видишь, они там автоматически, по-моему, пытаются. Короче, чего только нет. О, метро. Или что это? А, трамвай. Дэнша. Ну и вот такие вот всякие модельки. Ламборгини. За 1000 рублей модельки. Всякие. Здесь тоже. Вон спайдеры всякие там. Феррари. BMW X6. Тут всякие бэхи. Ну, тут тоже по моделям разделен. Тут японский там был. Американский, здесь немецкий автопром. Ладно, погнали. Что тут больше? Мы зашли в магазин печатной продукции. В общем, здесь журналы манго. Манго. Куча просто вот их тут просто сотни, может даже тысячи. И плакатики вот такие, кстати. Ну, плакаты не дешевые, где-то по от 300 до 500 рублей за плакат, вот так скажем. Вот у нас наш товарищ все никак не может выбрать. Тут всякие тут эти теннисные ракетки, тут что тут, зеркала там,
всякие тут, ну, что тут еще есть, так. Здесь вот еще, кстати, плакаты. А, ну это здесь уже эти плакаты этих самых, ну, певцов там, певиц, певцов там вот. Также опять же журналы. И здесь группы D-Boy какие-то там, D-Beloid, короче, группа, наверное. Вот, опять же, знаменитая группа AKB. Коврики для мышек. Вот это Марико Шинода. Марико Шинода. Ну, и опять же, тут всякие журналы, где пишут биографии этих АКБ. Тут вот чуть ли не голых там их снимают. Всего за 260 йен. Вот опять же, Project Diva, Arcade, Vocaloid. Мико. Смотри, какие плакаты здесь. Интернет. Интернет рекламирует. За 5200 плакат. Или вон, смотри. Ну это уже для фанатов. Здесь. AKB. AKB cute. Короче, ну, фанатов, короче, тут берус. Сейчас мы откроем вот так. Вот, короче. Все они так вот тут сделаны. Опять же, тут всякие. Вот, чуть ли не вот такие вот. Секрет. О. Тут, в общем, все. Как бы печатный принтовская продукция, в общем. О, вот это я знаю. Баба из Morning Museum. Танака Лейна. За 7350 отдастся. Почти дешево. Вот здесь, кстати, вот и написано. Как раз. В полный рост. Фотка, кстати. Реальный размер, наверное, я так думаю. Опять же, а, ну это, видимо, вееры, типа так, отмахиваются от мух. Вот. Фотки. Личные фотки девочек. Полотенца, футболки. Ну, всякие карточки, опять же, фотокарточки. Welcome. В общем, ходили по магазинам. Вот. Купила себе вот брелок, наконец-то, на ключ. Вот такой вот. Простой. Кстати, вот здесь ключи вот такие вот. Не совсем простые. Видите? Так что вот так вот. До связи.